Друзья, всем привет, это Boston Technic. Сегодня старую Полтавку окружаем ТЗ-82. Наши гости рано утром сегодня приехали. Вот где-то в течение полудня выбирали трактор 80-ку, 82-й. Расскажите, как проходит. Прием очень теплый, очень довольный. Цена нормальная. Трактор соответствовал? Да, трактор соответствовал. Как вас обслужил Александр, менеджер наш? Более нормально. Отличные ребята все, гостеприимные, молодцы, отзывчивые. Тракторами мы очень довольны, обслуживание очень довольны. В общем, 5 с плюсом, 7. Да. Как наше обещание было, покупайте, сразу делаем доставку. Вот, да, ребят. Да. Вот это, да. Этот трактор купили наши клиенты, отправляют в Старополтавку. Сегодня же идет, уедет в хозяйство. Самое важное то, что ребята приехали все вместе, да, с механизаторами, протестировали несколько вариантов, да, и выбрали тот, который именно действительно им понравился. Да, и поэтому, трактор, ребят, выбирайте. И трактор оказался именно таким, как им рассказали, представили его по телефону. Мы приехали с Грозного, издалека, переговорили по телефону, и все было так, как по телефону нам было сказано. Ребятам большое спасибо вам. Все. Очень было приятно с вами иметь дело, и в дальнейшем будем у вас покупать. Все, приезжайте, вот 80-й ждем. Обязательно. Спасибо. Спасибо.